Спускаем. Всем привет, ребят. Сегодня 4 ноября. Время где-то без 15:05 утра. Я еду за Лехой. Перегружаюсь в его машину, и мы сегодня едем на русское водохранилище Щербинки, там, где мы ловили зимой. Ну как ловили, пытались ловить, но особо ничего не поймали. Вот. Леша приобрел себе лодку, мотор, надо испытать. Вот решили совместить приятное с полезным, попробовать половить щучку, может, окунька, вот, и заодно испытать лодку с мотором. Поэтому я думаю, будет что-то интересное, так что смотрите. Ну что, ребят, загрузились мы у Лехи, получилась вот такая картина. Вон Леха. Всем привет. Целая машина. Лодка, шмурдяк. Кофр полный. Короче, как-то так. Я говорил, едем мы на Рузу. Попробуем половить там, где ловили зимой. Возможно, что-то и поймаем. Хотя хищник, по идее, сейчас должен клевать. Ну, надо испытать лодку. Проверить, как идет мотор. Как вообще лодка. Потому что лодку взяли первый раз с НДНД. Леша взял. То есть у меня есть паюльная лодка, а Леша решил взять НДНД. Вот хотим попробовать, на какой лодке удобней и комфортней плавать. Доехали, ребят, заезжаем на территорию. Волна, ветер, небольшой дождик. Ну что, ребят, добрались мы до места. Есть ветерок, небольшая волна. Ну, в принципе, вот. Пристань. Прикольная штука стоит. Сейчас будем качать лодку и пробовать искать рыбу. Так что смотрите, будем все показывать. Алексей приобрел лодку Hunter NDND 350, мотор Yamaha 9.9. Сейчас будем пробовать. Первый будет спуск на воду. Вот получилось, накачали лодочку, вот получилась такая штучка. Сейчас. Дно. Да. Лодка Hunter. Вот. Дно НДНД. Так, надулось ковер. Сейчас еще, наверное, чуть-чуть докачаем, чтобы до давления нормального, и, в принципе, будем ставить мотор. Сюда, сюда, вправо.
Вот такая лодочка, ребят. Погода бушевать начинает. Что-то прям жестко причем. Алексей Иванович сейчас исполнит первый пуск на воду. Сейчас оттолкну его, пусть заводит. А? До свидос. Грушей покачай бензин, чуть-чуть подсоса и чуть-чуть газа. Да. Что, ребят, спустили первый раз лодку эту с мотором. Еще ни разу она воды не пробовала. Сейчас вот будем заводить. Да чеку не одевай на руку. Чуть-чуть газа. Подсос убирай и газу дай. Вода пошла, пошла, охлаждение пошло. Все, ура! Алексей Иванович, помахайте. Не прогазовывай, дай чуть-чуть газа и пусть он на газу поработает. Чуть-чуть газу дай и пусть он на газу поработает. Мотор работает довольно-таки приятно. Погода хорошая. Погода, да, налаживается. Так что, возможно, ребят, у нас сегодня что-то получится даже. Да, точка сказала, что вы ей привет передал. Алина, тебе передаю огромный привет за все видео, которые не передал. Люблю тебя сильно. Ну что, ребят, мы собрались. Наконец-то. Прошло очень много времени. Как всегда, возникли нюансы, что забыл провод питания от эхолота. Пойдем без эхолота на ощупь. Вот. Сейчас заберу насос. Забыли тоже, чтобы если что подкачать. Вот. И как бы пойдем пробовать ловить рыбку. Морда задрата. Ты только когда смотришь, газ отпускай. Может, надо ей это пробовать. Ей главное рулить аккуратно, крутить, она это. Погнали на рыбалку. Будем пробовать ловить. Лёха рулевой. Ну что, ребят, начали троллить. Газуй, газуй. Лёш, нет, не газуй, а ворочай рулем. Да я больше отпустил. Да.
чуть-чуть правее. Вот так, да. За этим короче, ребят, заглох мотор, идем на веслах до базы или куда-нибудь. Короче, ребят, у нас небольшие траблы. Плыли, вот, и заглох мотор. Вот, на веслах добрались до базы. Сейчас будем пробовать смотреть, что там не то, что там то. Леша пошел за ключами, попробуем искру. Но кажется, что какой-то в кнопке дело, потому что один раз нажали, и он не заглох. Возможно, что-то с кнопкой. Вот. Пока Леша ходит, хочу по лодочке сказать. Лодка довольно-таки удобная. Вещей много набрали. Борта высокие. Борта высокие. Такие, сидеть удобно. Но особо, говорю, не поездили, потому что что-то случилось с мотором. Заглох. Проверим искру. Если искры нету, значит дело в кнопке. Вот. Ну а так, если все получится, поплывем дальше на рыбалку. Так что смотрите, ребят. Ляпку, да? Короче, занялись проверкой искры. Надеюсь, дело в ней. Хотя, даже если в ней, то что-то надо делать. Залито. Залито? Муха есть. Вот, свеча. Свеча залита. Переливает карбюратор. Что, ребят, у нас траблы. Поплавок. Смотрим, где. Неверально. Нормально. Но грязь есть. Где? Тут надо уже клюр вытащить. Да, это прямо дима. Вот он самый этот. А? Куда только дуть, блядь? Куда дуть, да? Куда дуться? Где у нас, блядь, топливо подходит? Где у нас этот подходил? Сюда подходил, да? Даже не знаю, что... Сука, я не запомнил даже, а тут не перепутаешь. Так. Да? Угу. Скорее всего. Ну, топливо сюда. Этим регулировал заслонку. По-моему, не должно так быть. Правильно? Угу. А, ну сейчас она пустая. Есть немножко, да, грязь? Грязь? Угу.
сюда ты ходишь. Там он должен выпустить. Короче, ребят, беда у нас. Плыли, заглохли. Ну, да. И все. Встали. Заливала свечи. Свечи просушивались, оно заливает. Травлы с карбюратором. Тут что? Тут просто этот идет. Фильтр. Да. Какой-то грубой очистки. У нас игла не держит. Угу. Не отрывать его лучше, прокладку эту. Тут интересная штучка работает. Копыш или какой-то, да? Не будешь открывать его? Не надо? Чего я тут смотреть? Помню, как стоит. На лет идут. Подогло? Все. Угу. М?
у нас получается плавок наливается, да? По плавкам в камеру. Это поднимается и должно прекратиться подача бензина, правильно? Соответственно, вот так он сейчас не должен бензин поступать, если он держит. Если мы его повернем, то блок опустим, он должен продуваться отсюда, правильно? Или нет? Ну, сейчас он? Сейчас он закрыт, как будто полно. Да. Если никаких перекосов нет. Что, ребята, пришли? Будем собирать карбюратор. Давай его чуть-чуть опустим, не? Нет, давай сейчас пока так. Ты мне дай это на 10 секунд. И в крышке болтики. Какие болтики? Второй там должен быть. Крепеж. Ну, длинные это место? Да. Не, не здесь. А, вот это подожди. Можно его? Топки. Ну, вот его уже не поставишь. Этот потом один. Давай. Топливо. Да. Вот так, чтобы поудить рыбочку, Алексей Иванович со мной собирали мотор, чтобы выйти на рыбалку. А некоторые ловят, а мы курочим здесь все. Мы изучаем материальную базу. Хорошо, что я сигареты не курю, уже пухнули. Что, груши накачиваем? А? Да. Накачано. Ну все. Это где так? Все. На эти пассатижи. Что, будем пробовать? Конечно. Я спиннинги тоже уберу. Ну что, ребят, после долгих мучений карбюратор сделали, почистили, мотор завелся. То есть все дело было в поплавке. Поплавок залегал и перекачивал топливо. Сейчас попробуем проехаться, посмотрим, как будет. Короче, ребят, стали на точку. Алексей Иванович решил выпить чаю.
я покурить. Вот, и сейчас будем попробовать что-то ловить. Мотор починили. Да, мотор починили. Почистили. Дело было в карбюраторе. Вот. Почистили. Первый раз залезли туда. Вот, ну, по идее. Опыт пользования мотоциклами в детстве, он пригодился. Да. Завелся, едет нормально. Вот. Поэтому, как бы, обкатку прошли боевым крещением, можно сказать. Вот, так что сейчас перекур и начнем ловить рыбку. Вот, ловить будем на отводной, на джиг. Ну, короче, смотрите, все увидите. Да.